О грехе и добродетели говорили в стенах учреждения ГМ-172/10 Департамента уголовной исполнительной системы Мангистаускской области. Священнослужитель Сергей Понин рассказал об аспектах Библии, подчеркнул важность молитв в наше динамичное время. Осужденные задавали вопросы о возникновении христианства, значении молитв и об истории христианских праздников. Диалоговая площадка, по словам организаторов, помогла многим из осужденных понять себя. Отбывающий наказание Александр Юнт сказал о том, что в тюрьме люди часто приходят к Богу. С ним можно обрести свободу и за колючей проволокой. По словам сотрудников учреждения ГМ-172/10, подобные духовно-нравственные беседы – важная часть воспитательной работы среди осужденных.